Вы смотрите новости онлайн. Супруга Андрея Аршавина намерена судиться с авиакомпанией, чьи сотрудники сняли ее с двумя маленькими детьми с рейса Москва-Алма-Ата. В качестве причины вызвать полицию к трапу самолета, ожидавшего разрешения на вылет, стал дебош Алисы Казьминой. Сообщалось, что бортпроводники требовали от жены футболиста занять место и пристегнуть ремень, но та якобы категорически отказывалась соблюдать правила безопасности и продолжала перемещаться по салону самолета. Алиса придерживается другой версии. Она настаивает, что ее попросили покинуть самолет после того, как у ее маленькой дочки случилась неприятность. Казьмина возмущена поведением сотрудников авиакомпании и намерена доказывать свою правоту в суде. А если бы это была обычная девушка с двумя маленькими детьми? Если бы она не смогла снять номер в отеле, купить новые билеты, ей бы пришлось ночевать на полу в аэропорту? Это жестокое обращение с детьми, это уголовная статья. Полный беспредел. Поступать так нельзя. Я добьюсь того, что стюардессу снимут с рейса, и она предстанет в суде. Также потребую объяснений от авиакомпании, заявила о своих намерениях Алиса в разговоре с РЕН-ТВ. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!